Звонарь, молодец. Поторопились! Быстрее! Тебя там ждут. О, начальник гостеприимного заведения. Привет, Антон. Только никому. Да понятно. Сегодня вот вышел из отпуска и сразу две новости. Ты и компромат. Надеюсь, не на меня? Если бы. Кто это? Брат жулика одного. Бросился у входа, ко мне деньги совал. Умолял брата его отпустить. Деньги я, конечно, вернул, только на фото этого нет. А ты вернул? Ну вот видишь, даже ты, 100 лет меня зная, сомневаешься. Да я шучу. А кто шантажирует, уже известно? Если бы я знал. На вечер забили стрелку. Антох, что мне делать? Да ничего не делай. Если ты не виноват, просто игнорируй все. Журналюгам только дай повод, век не отмоешься. Вот ты говоришь, не виноват, а сидишь у меня. Но тоже мне не веришь? Да если бы я тебе не верил, разве я разговаривал бы сейчас с тобой? На том спасибо. Где душ пошел. Черт. Антон, поможешь? Да с ними по-хорошему встретиться надо. Понять, что за люди, что хотят, что почем. Антон, если поможешь, век благодарен буду. Отсюда я вряд ли тебе чем-то помогу. У меня есть идея. Я знаю, как тебя вывести отсюда. Только вот, человек надежный есть у тебя? Найдем.